Вот мы с вами добрались еще до одного грандиозного объекта. Это спортивный комплекс 80-х годов. Здесь тренировались к Олимпиаде спортсмены по плаванию. Ну, не знаю, насколько здесь мы можем куда-либо попасть, но сейчас попробуем. В принципе, вроде все вообще подряд открыто. О, у нас друг появился, прибежал. Песик, у нас нет ничего поесть. Лестница. Вот душевые кабины. Видно тут щелку. Тут были вот такие вот номера. Может быть, даже судейская коллегия здесь сидела. И вот таких вот два тут плавательных бассейна было. Там вон сталкеры еще ходят, тоже снимают. Попали в наш объектив. Не до конца тут, конечно, все подразобрали. Лифт, походу, был. А, ну, может быть, это даже столовая была. Ага. Не исключено. Не исключено. Поднимемся повыше, я вам попробую сверху более конструктивно показать вообще, что к чему. О, песики. Мамка пришла, да? Или кто это? Прямо овчарки вы. У вас же вон хавчик лежит. Не едите. Да, лестницы такие в стиле 80-х. О, это третий этаж. А уже крыша вся подразобрана. Это техническое помещение. Может, вентиляция была. Душевая. Ну, странно, конечно, странно. Хотя вид потрясный. Вот тут какие были. Мраморные даже ступеньки были. Это тоже мраморная. Не дешевая штука. Вон даже блеск солнца есть. То есть она отшлифована вообще конкретно. Да, на века делали. Не то, что сейчас. Дно бассейна имело наклон. Дальняя, она глубокая была, а ближняя чуть помельче. И что интересно, вот бассейн Москва сейчас, его уже снесли, как такового его нету. Вместо него сейчас храм Христа Спасителя стоит. Вот. Но там были такие длинные коридоры. Из раздевалок. Вода зимой была всегда теплая. И длинный такой коридор, и потом подныриваешь и выплываешь уже в самом бассейне. Так вот, я обратил внимание, что здесь то же самое. Вот такие вот душевые кабинки, ну, чтобы ополаскиваться. Вот. А вот сам вход. Понимаете? То есть вот здесь вот лежало какие-то поддоны, в которых мочили ногу
для того, чтобы грязь туда не нести. Вот. И уже дальше проходили и попадали внутрь бассейна. То есть вода была, скорее всего, выше вот этого уровня. Или здесь что-то, наверное, висело. Вот. А, ну вот здесь есть уровень. Вот по этому уровню была вода. И ты когда заходил, получается, ты как бы заныривал и попадал уже внутрь бассейна. Вот. И ты уже как бы плыл. И, соответственно, уже тут дорожки были и так далее. Вот. А, ну вот еще здесь лестница была. Но ее, к сожалению, спилили. Тут пацаны, короче, снимают клипашник какой-то. Вот. Какая-то певица, актриса или еще кто-то. Вот. Но суть не в этом. Сейчас мы идем в подвальчик. Вот, там темное есть помещение. О, это уже что-то напоминает. Однако. Ну, здесь коммуникации были. Я так понимаю, что это какой-то подвал. Здесь какой-то подвал. Да, здесь так вот, если пойдешь и не знаешь, что здесь и как, можно хорошо убраться. Ох, ёк-моё. Нормальненько. Интересно. Вот это уже интересно. О, какая интересная мозаичка сохранилась. Да, тут если не знаешь, то можно неплохо убраться. Блин, а я же лестницу здесь где-то видел. Никакой документации. Ничего. Лампочки какие-то. Шкаф дистанционного управления. Вентиляция, вентиляция, вентиляция. Вентиляция. Сплошная вентиляция. Какой длинный коридор, вообще прям как в гестапо. А, ну это подсобные помещения все. Тут тоже, походу, электричество было. Только странно, что до конца провода не посрезали. Обычно уже все вырезают. Основательно. Thank you.
Ничего себе, сколько здесь катушек рассыпано. Однако. Выбираемся на поверхность. Это такая довольно-таки маленькая лестница. О, кошак убежал. Я даже не понял, где мы оказались. О, лестница. Лестница такая тоже благородная. Вот куда она ведет? Неизвестно. Колодец. Туда тропинка пошла. Туда тропинка. Вот еще лестница. И что-то загорожено. А, это походу футбольное поле, что ли? Ну да. А за ним баскетбольная. Вот такие интересные памятники. Ничего себе. Мне тут шипы. Чуть ногу не подрали. Вот еще один памятник. Что он означает? Вообще непонятно. Совершенно. Ну что-то он, наверное, означает. О, как делали раньше. Хоп-хоп-хоп. И все. Что это такое? Никто не знает. Смотрите, как дерево расщепляет камень. Почему она красная, я не могу сказать вам. Не думаю, что его красили. Темнеет. Сейчас будет вообще проблематично что-либо снять. Так, уже давно прилично стемнело. И мы продолжим. Вот здесь вот, помимо тех двух больших бассейнов, еще есть маленький бассейн. Лестница на второй этаж. Выглядит это вот так вот. Выглядит это вот так вот. Поддончик. Здесь полоскали ноги. Заходили. И опускались. В бассейне предусмотрено 1, 2, 3, 4 ступеньки. Может быть, это какой-то оздоровительный. Сколько же тут железа. На стеклах осталась еще мозаика. Интересная, кстати. Сейчас мы ее с вами засмотрим. Выпуклые куски стекла в бетоне. То есть свет оттуда попадал. По этим стеклам. Вот так это примерно выглядит. А если на него не светить, то выглядит вот так вот. Забавненько. И последнее что, это мы сейчас попробуем туда наверх залезть и посмотреть, что там. Лестница довольно-таки прочная.
Ну, попробуем. Одной рукой двигаться буду. Короче, чем выше, тем очковей. Так. Ага. Вот мы и наверху. Много здесь металла. И еще не срезано. Да. И вот там вот внизу я был. Короче, попали мы на самый верх самого здания. Так сказать, выше только неба. Высота, конечно, пипец какая большая. В общем, умели строить в СССР. Была хоть какая-то фантазия. А сейчас... ни черта. И вот так вот с высоты выглядит этот бассейн. Все, будем спускаться. Больше здесь смотреть не на что.